Не осваивать землю станет невыгодно. Сейчас готовятся несколько законопроектов, которые сделают заброшенные участки бесполезными для своих владельцев. В Госдуму были внесены предложения, которые в 5 раз увеличивают налоги для неиспользуемых сельхозземель. Одновременно Минэкономразвития подготовила поправки в гражданские земельные кодексы, где прописывается процедура принудительного изъятия земли участников и при их ненадлежащем использовании. Речь идет также об участках под строительство и стоящих неосвоенными более 3 лет. В прошлом году Госреестр провел около 400 тысяч проверок, из которых практически в половине случаев было выявлено нецелевое использование земли.